В Нижневартовске обладателями новых квартир станут 144 семьи. Темпы строительства и реализацию инфраструктурных проектов обсудили на заседании профильного координационного совета. Его провел заместитель губернатора Югры Азат Ислаев. Так, глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко доложил, что в старой части города завершено возведение домов номер 1 и номер 2 по улице Зырянова. Сейчас в администрации готовят документы, разрешающие их ввод в эксплуатацию. Жильцы получат ключи до 1 января. Также одним из вопросов для обсуждения стала реконструкция ВОЗ-3 в Пытьяхе. Работы здесь завершены почти на 100%. Проверка качества воды показала положительные результаты. Пробы для дальнейшего исследования направлены в Роспотребнадзор. Объект ведут в эксплуатацию до конца года.